1 апреля у алтайских врачей почти наполовину вырастет окладная часть зарплаты. Об этом заявил министр регионального здравоохранения Дмитрий Попов на итоговой коллегии с участием журналистов. Однако общий зарплатный фонд в регионе не увеличится, соответственно, и зарплата останется прежней. Увеличение окладной части произойдет, но за счет уменьшения стимулирующей той, которая выплачивается врачам за определенные заслуги. Вполне возможно, из-за нововведений в системе оплаты труда некоторые медики могут даже потерять зарплату. Ведь у большинства она формируется именно за счет надбавок. Мы структурно изменили заработную плату, повысив окладную часть до 47%, по сути дела в два раза, тем самым гарантировав определенный уровень заработной платы медицинским работникам.